Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я вам хочу показать, сколько можно получить скорость с ноутбука Acer. Процессор Core i5, 2,6 ГГц. И видеокарточка 610M. Это очень слабенькая видеокарта, я хочу просто для эксперимента вам показать. GeForce 610M. Запускаем майнинг и смотрим, какой у нас будет скорость, какая у нас будет. Ну вот. В принципе, это максимум, что она может, я уже тестировал. 9 мегахешей в секунду. Это очень мало, но вы уже будете знать, сколько она может выдать. Вот консоль. Итог. 9,5 мегахешей. Здесь есть галочки для включения ядер процессора, но они практически ничего не меняют. Ну вот такая у нас небольшая скорость. Напомню, что ноутбук Acer Aspire на основе процессора Core i5 4-ядерный 2,6 ГГц и видеокарта GeForce 610M. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.